Дискуссии, споры, недовольство и капля надежды – все это было в глазах каждого гражданина, проживающего в поселке Индивидуальный города Амурска. В этом году ни одной машины, ни одного грейдера, ни одной отсыпки не было вообще. Пенсионерка, женщина, я этот КамАЗ снега лопатой очищала, чтобы пройти в калитку. Отсыпка дорог, нарезка кубетов – все это будет у нас проводиться. Если не в следующем году, то через год мы эту работу начнем. Посмотри, вот этого вранья, Борис Петрович, уже надоело. Да ну 10 миров получить на канавалах, все, и дороги там будут вечные. Я плачу налог. Категорически никто не хочет сейчас. В бюджете у нас также достаточно финансовых средств на содержание дорог общего пользования. В бюджете было заложено очистка вывоза снега. Всю зиму не чистили, Борис Петрович, только весной. Это хамство, понимаете? По дорогам там. Дело в том, что вопрос сложный. Поменяла всю проводку, поменяла все. И поставила вот этот огромный трансформатор. 3 года подряд меняла всю бытовую технику. Да, вопрос хороший. На втором сроке вы тоже сами обещали. И в этом году тоже сами обещали. Если он упадет, провода вам... Я не прошу, у меня есть заблуждение. Вопрос понятен, вопрос записан и так далее. Пожалуйста, тоже. Подождите, я же им все сказал. Ходила, приобрели каждый хозяин. Все. Нет, вы этого не видели. Вы не приезжаете, когда мы вас зовем. Вот это сам подвоз воды машины, бочка. Ну это каменный бег, извините меня, пожалуйста. Угу. Это же и водой поливаете все газоны. Машина одна. Вы кто-то должен сделать. От вас нет предложения, как убрать мусор. Кто эту ставку делает? Я эту ставку делаю. И опять не хватает. А теперь давайте все по порядку. 24 октября в актовом зале школы номер 8 состоялся сход граждан, проживающих в поселке Индивидуальный, в простонародье Нахаловка. Возглавлял это собрание глава городского поселения город Амурск Борис Редькин, а также депутаты городского совета и представители администрации. На сходе обсудили вопросы, которые поступали от жителей в период длительного времени, и наконец-то их рассмотрели публично. Первой темой стало содержание дорог в поселке. И прокомментировал ее исполняющий обязанности заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Кирилл Бобров. Многие нам ставят в упрек, что не вывозится снег, с дорог складируется рядом на обочине. Это достаточно дорогое удовольствие, то есть одну машину только загрузить и вывезти 2600 сейчас. В этом году ни одной машины, ни одного грейдера, ни одной отсыпки не было вообще. Я в своем выступлении пояснил, по-моему. А что вы поясняете, когда мы что, не в городе Амурске живем? Вы живете в городе Амурске. Вы знаете, у нас ходят фуры по Большому кольцу. Вы знаете, какие фуры ходят? 25-тонные. Там выбита дорога насмерть. Давайте мы прокатимся на вашем служебном автомобиле или на личном. Я плачу налог, понимаете? Транспортный налог я плачу. Налог на землю, за дороги я плачу, потому что я водитель. Почему у меня должна быть дорога хуже, чем в городе? Вы видели качество, подождите, я же им все сказала. Вы видели качество асфальта, который положили вы 3 года назад, да? Вы его видели? Там вот такой слой. По прошлому году говорили, в бюджете было заложено очистка вывоза снега. Всю зиму не чистили, Борис Петрович. Только весной, после того, как в средствах массовой информации поднялась шумиха, приехала техника, попереломала все заборы. Вы говорите, денег не хватает. Денег хватает, только работу надо выполнять. Вы согласно договоров конкурсных, деньги все проплатили за уборку снега. А всю зиму снег не убирался. Это не я говорю, это народ говорит. Валили заборы, мало того, что забор поломали. Я пенсионерка, женщина, я этот КамАЗ снега лопатой очищала, чтобы пройти в калитку. Это что, нормально? Каждый год так чистить. У нас дорога идет до поселка, да? Центральная. Дошла и кончилась. А дальше люди не живут. Нет, тут же говорили, где у нас выше какие-то. Да, там дорога, конечно. Как будто бы там люди дальше не живут. Потому что мы ходим пешком. От Черевышки туда пешком и туда пешком. Зимой вот так по колено в снегу, потому что от Черевышки не чистят, до себя дочистят, а эти 200 метров, где мы живем, панорамная 2, категорически никто не хочет чистить. Да хоть ползи ползком, инвалид. Про уборку снега все понятно в кавычках. Но что ответил исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Александр Харченко по поводу асфальтирования дорог? Доходит просто до смешного. Первый и последний сход у нас был
2008 году, если вы все помните. И тогда глава озвучил очень прекрасное предложение, на мой взгляд. Это выбрать старших улиц. То, о чем мы говорим и сегодня. Вот в тот раз, в 2008 году, никто не откликнулся. Хотя глава обещал тем, кто выберет старших улиц, и уберет улицу, эту улицу заасфальтировать. Никто не откликнулся на это. Граждане поселка не предложили своих кандидатур. И что получается? Жителям давали такой шанс, а они им не воспользовались. Хитро придумано. Насчет старших по улице, да, вот он говорит. Старших, например, вот у нас пенсионер, не каждый пойдет старшим, да, не пойдет он. А есть у людей, которые хозяйство, он тоже некогда ему заниматься этим. Вот по электрификации, например, по улицам темень. Темно. Уже много раз Борис Петрович говорит, что надо вы, опять же таки старшего найти вот, и значит, заниматься. Простите, они деньги получают, а почему они свою работу на нас перекладывают? Я вот этого не понимаю. Также обсудили, как лучше производить вывоз мусора. От вас нет предложений, как убрать мусор? Кто за ней мусорит? Этот мусор оплачивает? Ваши предложения мы запишем. Эту ставку делать. Я эту ставку делаю. То есть, получается, это проблема жителей в первую очередь. А особо администрации этим заниматься-то и не хочется. Это называется перекладыванием ответственности. Но жители не остались равнодушными и высказали свое мнение. Дорога прям придумала на ходу. У нас сейчас воду как привозят. Вывешиваем мы флаги красного цвета, кому нужна вода. И он уже знает, кому подъезжать, кому нет. Кстати, моя семья придумала. Теперь я придумываю так. Черные флаги на мусор. Кому нужно, талончики покупаем у вас. Впустим. Да, по талону. Кому нужно, черный флаг вывешиваем. Хотите белый, если боитесь. Все, нужны мусор вывесить на себе. Сбор раз в месяц подъезжает, вытаскивает мешки, платим талонами. Вы и думаете, у нас нет проблем, мы вас уважаем, мы чистенькие в своей семье и за семьей. С водой в поселке тоже все непросто. Вот это сам подвоз воды с машины в бочках, но это каменный век, извините меня, пожалуйста. Угу. И по такой цене. По поводу цены привоза, у нас получается бочка сколько сейчас? 59. 69 рублей 200 литров. Это откуда цена? Там один водитель, содержание автомобиля. И все. Откуда такая цена? Данный тариф, данные расчеты проверяют у нас комитет по ценам и тарифу на подвоз воды. Как прокомментировал глава города, вопрос будет проработан только вот когда. Еще одним животрепещущим вопросом стало электричество в поселке. В каждом доме напряжение разное и постоянно скачет. У кого-то 176 ватт, у кого-то вовсе 140. Оплатить приходится, как полагается, за 220 ватт. Но разве справедливо? А власти города в один голос говорят, что мы все записали и все решим. И снова никакой конкретики. Да, я специально в этом году поменяла всю проводку, поменяла все. И поставила вот такой огромный трансформатор. 3 года подряд меняла всю бытовую технику. В этом году я поставила его. И я живу. Но, когда нет разрешения, выключается все. Когда большое напряжение, все трещит, опять выключается. Деревья – это, конечно, хорошо, но когда стоят тополя более 15-метровой высоты, через которые проходят провода, это уже не шутки. Вот на Большом кольце я вам писала тогда, что они уже 5 тополей 20 метров высоты, а по нормативу сколько они должны высоты быть? По поводу тополя, который стоит возле Нахаленки, ведь там все сети. Уже 10 раз было говорено. На втором сроке вы тоже самое обещали. И в этом году тоже самое обещали. Поручение главы. В понедельник, вторник, не знаю, в 11 часов доложить. Тополь спилен. Все. Если спилите, я вас работаю. Очень интересно, сдержит ли свое слово глава по поводу ироничного увольнения. Потому что наша съемочная группа в среду отправилась как раз в сторону этих злосчастных тополей. И вот вы сейчас все сами увидите. Собрание выдалось динамичным. Под конец у многих жителей поселка не выдержали нервы, и они просто вставали и уходили. Так и непонятно, когда решатся вопросы и проблемы граждан, и вообще, есть ли надежда на их исполнение. Ирина Жданова, Сергей Жиренков, телеканал «Амурск».